счастью, лужа на Анниково уже не станет туристической достопримечательностью. Кстати, теперь рассказ об истории Йошкар-Олы можно услышать на марийском и английском языках. К новому туристическому сезону подготовили экскурсоводов, которые готовы проводить пешие экскурсии по Йошкар-Оле на национальном и иностранном языках. У нас очень много сейчас иностранных студентов и также интересующиеся уже иностранцы, да, уже, то есть индивидуальные. И поэтому такая идея у нас возникла. Планируется, что экскурсионный маршрут для иностранцев охватит в основном историческую часть Йошкар-Олы, улицу Вознесенскую, Советскую, все купеческие дома, располагающиеся на них, и современную набережную Кокшаги. В настоящее время в Мариэл ведется традиционная аккредитация гидов-экскурсоводов. Сейчас официально аккредитованы 58 специалистов.